Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В Кирове, да, не совсем вижу время. Это «Дневной разворот» на «Эхе Кирова». Юлия Афанасьева, Александр Асохин. Еще раз здравствуйте. Ну что, переходим к следующей теме. 27 марта международный профессиональный праздник был у всех работников театра, Всемирный день театра. И вот так вот получилось, что и сейчас мы будем говорить о театре, а именно о гастролях Казанского театра. И у нас в гостях Диляра Хусаинова, помощник художественного руководителя Казанского академического русского большого драматического театра имени Качалова. Здравствуйте. Здравствуйте. Диляра, добрый день. Добрый день. Мы на самом деле за эфиром уже немножко начали разговор про театр, который перерос в небольшую дискуссию. Я надеюсь, что в эфире вы ее тоже услышите. Но начнем мы с того, что с 13 по 26 июня наш Кировский драмтеатр будет как раз принимать гостей из Казани. Вы нам привезете несколько своих спектаклей, как вы сами сказали, «Best of the Best». Это «Золотой слон», «Пиковая дама», «Женитьба Фигаро», «Скрипач на крыше». Это лишь небольшой список спектаклей, с которым вы гастролируете. Давайте начнем с того, как вы выбирали, почему именно эти спектакли вы к нам везете? Да, да, мы можем даже начать с того, почему именно Киров, скажем так, потому что мы гастролируем достаточно много и каждый год выезжаем на большие гастроли. Почти единственный театр сейчас в России, который никогда не прекращал этой практики больших ежегодных гастролей в одном из крупных российских городов. Это был и Санкт-Петербург, это был и Екатеринбург, и Челябинск, и Уфа, и Ростов-на-Дону в том году, и Нижний Новгород, и Краснодар. В этом году городом нашим гастрольным стал Киров. К нам приезжала делегация Кировской области во главе с министром культуры Кировской области. Они были у нас в театре. И в составе этой делегации был директор театра и художественный руководитель Татьяна Владимировна и Константин Солдатов. И мы тут же практически получили приглашение приехать, посмотреть театр и приехать на гастроли в Киров. Мы это приглашение приняли, приехали, посмотрели и приняли решение уже, что быть этому, что мы к вам приедем. Тем более, что мы уже когда-то, давным-давно, последний раз, правда, 27 лет назад были в вашем городе. Сейчас уже, конечно, другой этап жизни нашего театра. И мы думаем, что нам будет интересно у вас. И очень надеемся, что зрителям кировским будет интересно познакомиться с нашим творчеством. Мы привозим 7 спектаклей. Каждый из этих спектаклей пройдет 2 раза. То есть всего мы будем 14 дней. Это, в самом деле, большие по нынешним меркам гастроли. Гастроли крупные, гастроли без всяких облегченных версий спектаклей, полномасштабные. Гастроли, которые сопровождаются полной экипировкой. То есть никаких лайт-версий. Мы везем 20-тонных 5 тралов с нашими декорациями. У нас приезжает 80 человек нашего коллектива. У нас уже уходит порядка 3 с лишним миллионов рублей на гастроли. Гастроли, которые, конечно, мы будем продавать билеты. Но я думаю, что каждому понятно, что театр не может окупиться, даже находясь на стационаре, а уж на гастролях тем более. Поэтому, конечно, мы к вам едем не за материальной прибылью. Мы к вам едем за моральным капиталом, потому что нам интересно бывать в других городах, нам интересно увидеть другого зрителя, нам интересно увидеть их реакцию, понять, слышим ли мы их, чувствуем ли мы их, и слышат ли и чувствуют ли они нас. Мы вам везем 7 спектаклей. Это, в самом деле, такой срез эстетически нашего репертуара, который даст представление о нашей эстетической платформе, о нашем уровне профессиональном и художественном. И, я надеюсь, найдет отклик в сердцах кировских зрителей. Из 7 названий 4 — это музыкальные спектакли. Но тут нужно очень хорошо понимать, что мы... Что значит музыкальный спектакль? Музыкальный спектакль сейчас расскажу. Я как раз хочу сказать, что тут ни в коем мере нет перехода, так сказать, в другой жанр театра. Мы все равно остаемся драматическим театром, в основе которого история. История рассказана языком драматического театра, но в то же время насыщена еще и музыкой. То есть спектакли, в которых эмоциональная составляющая, она еще усилена таким сильнейшим способом воздействия на человеческие эмоции, как музыка. И в нашем театре это практикуется, то есть у нас идут музыкальные спектакли, идут с большим успехом, идут на достаточно хорошем уровне. У нас есть своя инструментальная группа, то есть у нас живое исполнение музыки, у нас живой вокал, у нас работает хореограф-хормейстер, у нас артисты танцуют, поют, все это происходит на ваших глазах. Это нет никаких приглашенных, скажем так, там солистов балета или оперы. Это все происходит нашими артистами, которые насыщают вот эту музыкальную хореографическую составляющую своим драматическим
талантом, даром, и поэтому она все равно остается драматическим. То есть спектакль все равно остается драматическим. Это 4 спектакля. Чисто музыкальных, это «Скрипач на крыше», это известнейший бродвейский мюзикл, который был в свое время создан по повести Шолом Алейхем «Тавия Молочник». Это спектакль, который идет у нас уже с 97-го года. У нас вообще, кстати, спектакли долгожительные, но спектакли живут очень долго. И живут не потому, что мы их там искусственно поддерживаем, в них жизнь. Они живут, потому что они востребованы, они любимы, они в хорошей форме, они на очень хорошем уровне проходят. И даже такие профессиональные зрители, как театральные критики, продолжают писать о них рецензии, несмотря на то, что спектакли уже давно отрецензированы и давно пошли премьеры. Мерные, так сказать, показы. «Скрипач на крыше» один из них. Это наш, хотел сказать, хит, а потом посмотрел на репертуар и думал, что я про каждый наш спектакль, который мы к вам ведем, могу сказать, что это хит. Он прошел уже больше 350 раз, идет с аншлагами. И эта история, все равно это, в основе каждого спектакля лежит история. Это, в принципе, как Стреллер говорил, моя профессия очень простая. Моя профессия — рассказывать истории. И вот мы каждый раз мы хотим все равно рассказать историю. Через разные формы это может быть. Да, с использованием разных совершенно средств выразительности, театральной, с компиляцией самых разных видов искусства. Потому что театр, как никакое другое искусство, компилирует в себе другие. И в то же время мы все равно оставляем человеческую историю, которая будет интересна человеку, который должен найти отражение каких-то своих собственных мыслей, чувств в нашей истории. «Скрипач на крыше» — это спектакль о национальном достоинстве человека. И тут неважно, какой национальности на самом деле человек. Спектакль о любви, спектакль о счастье, о поисках этого счастья. Спектакль удостоил государственной премии Республики Татарстан. Я особенно обращаю на это внимание, потому что мы живем в национальном регионе Республики Татарстан, мы русский театр, и вот то, что этот спектакль именно о национальном достоинстве человека был отмечен правительством Национальной Республики, я думаю, что это очень о многом говорит и очень важно. Там прекрасная музыка, прекрасные актерские работы. Это «Скрипач на крыше». Следующий наш музыкальный спектакль — это «Трехгрошовая опера». Это известная вершина мировой драматургии, написанная великим Брехтом, с музыкой не менее великого Курта Валя. Да, это совсем уже другая история, скажем так. Это такой социальный театр, социальный, очень ярко выраженных социальных высказываний театр. Это театр такой маски. Это с прекрасной музыкой, с такой взрывной, как написала одна французская газета, что это взрывная смесь из золота и нитроглицерина, про этот наш спектакль. Значит, с очень мощными, такими яркими, экспрессивными актерскими работами. И в 28-м году это написана была пьеса, тогда еще не было даже названия мюзикла, и написали пьесу с музыкой. Брехт и Валь назвали ее, и мы назвали ее также вслед за ними. И эти оба спектакля были у нас неоднократно на других гастролях и на фестивалях международных, в том числе во Франции. Следующий наш спектакль — это вообще эксклюзивный вариант. Это «Роковые яйца» Михаила Булгакова. Вот, казалось бы, несочетаемое, да? То есть вроде как Михаил Булгаков и мюзикл. Как это может быть? Может быть. Потому что как раз, может быть, Булгаков и предрасполагает к этому, потому что у него столько фантастики и гротеска заложено в своих произведениях, мистики, да? Что как раз вот поддержка таким лирическим мощным элементом, как музыка, абсолютно органичным начинает становиться. В данном случае это эксклюзивный наш продукт, потому что музыка была написана специально для нас, сам мюзикл, и он больше нигде не идет. Писал замечательный российский композитор Владимир Дашкевич, известный хорошо там зрителям по музыке к фильмам «Приключения Шерлока Холмса» и «Доктор Ватсон», это его музыка. Вот. Драматургическая основа создана нами. И тоже, это уже вторая редакция на самом деле вот этих «Роковых яиц», потому что спектакль шел настолько хорошо, что мы решили его обновить. Там обновлены были декорации, обновлены состав исполнителей, и после там года или полутора перерыв, этот спектакль вернулся в наш репертуар и продолжает идти так же хорошо. И еще к музыкальным спектаклям, безусловно, относится «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Это одна из последних наших премьер. Им мы будем открывать, приглашаем всех. Мы специально выбрали именно это название для открытия, потому что это спектакль праздник. Этот спектакль очень праздничный, очень веселый, очень красивый, с прекрасно подобранной музыкой, с музыкальными номерами, прекрасно исполняемыми. Этот спектакль придуманный, он и о жизни, и о театре. В нем очень много театральности непосредственно, да, то есть то, что вот мы любим в театре. Там прекрасная история заложена в основе, всем известная, и несмотря на то, что это такая искрометная, надо сказать, комедия, да, такая комедия положений, в то же время это ведь на самом деле очень горькая история, написанная самим Маршалом, о человеке, который вынужден приспосабливаться к обстоятельствам, человеке умным, талантливым, который не может перешагнуть через какие-то социальные условности, который должен находить выход всегда для того, чтобы просто пробиться к своему счастью. И особая ценность этого спектакля и этой рассказанной нами истории, я думаю, что
что как раз в этом сочетании, потому что, несмотря на всю вот эту вот зрелищность, всю эту красоту и юмор, вот эта вот история грустная, она все равно проскальзывает. И я надеюсь, что вы в этом убедитесь, когда придете. И из музыкальных спектаклей непосредственно все, но я хочу сказать, что у нас все спектакли очень сильно насыщены музыкой, на самом деле. И тут я должна, конечно, сказать несколько слов об режиссере, о том, почему мы везем именно эти спектакли. Режиссер у нас Александр Яковлевич Славутский, народный артист России и Татарстана, лауреат государственной премии Татарстана, лауреат премии правительства России имени Волкова. Он же является художественным руководителем нашего театра. Все семь названий, которые мы везем, это все его постановка. Постановка его и нашего замечательного художника Александра Патракова. Это творческому тандему, на самом деле, уже почти полвека. Сейчас я вот даже не могу назвать, кто сейчас еще в театральной России, какой бы еще тандем могли назвать, кроме тандема Рамти, да, Бородина и Венедиктова. То есть кто еще вот мог бы так вот сосуществовать в таком вот едином, так сказать, порыве творческом и обеспечить вот, творчество Александра Михайловича Патракова, я имею в виду, обеспечивает наивысочайший уровень изобразительной структуры наших спектаклей. Это очень талантливый сценограф. Это сценограф, который очень хорошо чувствует режиссера Александра Яковлевича Славутского, я имею в виду. А творчество Славутского — это такое... как сказать, такой слиток, слитая в единой традиции сразу двух его учителей. Это Вахтанговской школы, да, которая отличается всегда очень зрелищностью большой, таким техническим совершенством, какой-то склонностью к иронии, да, то есть вот таким театром праздники. И школа другого его учителя, одного из самых заметных российских режиссеров, великих режиссеров 20 века Андрея Гончарова, который очень серьезно проповедовал русский психологический театр и очень мощную и ювелирную практически работу с артистами. Вот в творчестве Славутского вот эти две составляющие очень органично соединяются, сочетаются. И поэтому, когда вот вы мне сегодня сказали, что вы посмотрели наш буклет и были поражены красотой вот, спектаклей, да, то есть фотографий, да, я вас поэтому приглашаю прийти, и чтобы вы в подтверждение моих слов увидели, что эта красота еще и подкрепляется очень мощным психологическим подтекстом, очень мощной человеческой историей, прекрасными актерскими работами, проработанным очень сильным актерским ансамблем. Диляра, вот очень не хочется на самом деле вас прерывать, потому что вы рассказываете о театре, так что хочется буквально сейчас все бросить и бежать, но нам нужно уйти на перерыв небольшой. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. С 13 по 26 июня Кировский драмтеатр будет принимать гостей из Казани. Казанский академический русский большой драматический театр имени Качалова будет у нас в гостях. И помощник художественного руководителя этого театра Диляра Хусаинова у нас в гостях. И так интересно рассказывает про грядущие гастроли, что мы с Юлей вновь замолкаем и продолжаем слушать. Я тогда, наверное, продолжу про те спектакли, про которые еще не успела. Давайте. И потом... Я рассказала про четыре именно музыкальных спектакля. И осталось рассказать про три. Это, во-первых, «Пиковая дама». Это тоже наш хит, который идет с 99-го года. Он был поставлен в свое время в год 200-летия Александра Сергеевича Пушкина. Был поставлен по, если можно так сказать, просьбе французской стороны. Дело в том, что мы уже 9 раз становились участниками фестиваля русского искусства в Марселе. Там нас очень любят. Организаторы стараются хотя бы раз в 2 года нас туда приглашать. Мы идем там с большим успехом. Причем 80% публики — это именно не русская эмиграция, а французы, которые любят русское искусство, приходят. И в свое время, был как раз год юбилейный Пушкина, они попросили сделать нас спектакль по Пушкину. И вот Александр Яковлевич поставил спектакль «Театральную фантазию», «Пиковая дама». Это такой драматический балет, можно даже сказать. Там совершенно неожиданно для всех всегда бывает использование музыки. Там звучит танго Астора Пьяццолы. Вот казалось бы, да, где Астор Пьяццола и танго его, да, с южными, и где эта петербургская абсолютная история, да, такая мистическая, наверное, самая мистическая история, написанная Пушкиным, о страсти человека, ну, даже не к наживе, это будет слишком примитивно сказать про эту историю, да, о времени, о графине, о поисках тоже счастья в том смысле, в котором каждый понимает, о сожалении об утраченных годах, о прошедших. Вот. И эта история, она у нас...
обретает совершенно некий иной смысл, потому что в ней появляется такая некая маскарадность, которая присуща, так сказать, которая, с одной стороны, является маскарадом вот таким каким-то неимоверным, постоянно происходящим в Петербурге, да, в светской жизни, а с другой стороны является какой-то такой метафорой жизни, да, в которой человек вот теряется среди этих масок и не может найти, где же подлинное, где найти свою дорогу, да, в жизни. Вот. И потрясающий образ создан здесь нашим художником Александром Патраковым. Это такой заснеженный Петербург, вот с окнами такими заледенелыми, где непонятно, то ли окна, то ли двери, видно там, не видно. То есть вроде как все прозрачно, а с другой стороны все скрыто от глаз. Вот. Этот спектакль у нас идет с 99-го года, уже получается почти 20 или 30 лет. Да, 20 лет. И тоже он побывал на многих фестивалях, театральная наша фантазия, и удостоен многих призов на разных всероссийских фестивалях, и поэтому мы не могли просто его не привезти, мы традиционно им или открываем, или закрываем гастроли, поскольку открываем «Женитьбы Фигаро», то закрывать будем вот «Пиковые дамы», тоже два раза пройдет. Еще один спектакль «Золотой слон». Название совершенно необычное, потому что пьеса очень редкая. Она написана в 28-м году молодым драматургом Александром Капковым, которому написано было всего две пьесы. Пьеса удивительная, потому что поразительно было, как она вообще вышла в свое время, да, в 28-м году, потому что она рассказывает такой необычайной исповедальности и правды рассказ о нашей стране. А самое страшное, что и самое удивительное, то, что этот исповедальный рассказ кажется написанным буквально сегодня или сейчас. И то есть, с одной стороны, это, опять же, наше любимое, так сказать, сочетание комедии и трагедии в одном флаконе, скажем так, то есть отсутствие чистоты жанра, которой, в принципе, в современном театре практически нет, да, чистоты жанра. И в этом его прелесть, кстати, и сильная сторона. И в данном случае тоже. С одной стороны, это такая народная искрометная комедия с очень сочным языком, с очень сочными персонажами, такими гротескными немножечко, да, даже чуть-чуть с карикатурой. Но, с другой стороны, вот сквозной нить идет такая чеховская, какая-то очень серьезная нота о том, где же искать свое счастье, о том, увидим ли мы когда-то это небо в алмазах или не увидим, да, то есть о том, что где-то нам всегда хочется найти счастье далеко-далеко, на той стороне мы не понимаем, что оно может, возможно, вот где-то только здесь, где-то только рядом, а любви к своей собственной земле на самом деле, как бы пафосно это ни звучало. Сейчас вот у нас в театре идут репетиции спектакля «Бег» Булгакова, по пьесе Булгакова, и Александр Славутский тоже делает этот спектакль о людях, потерявших родину, прежде всего, да, то есть он не пытается анализировать там все эти социальные преобразования, кто прав, кто виноват. Он прежде всего делает такой реквием по тем людям, которые, любя родину, оказались заложниками каких-то социальных преобразований, которые попали под этот молох, да, вот этого вот жуткого события, трагического, которое до конца еще не осмыслено, которое перевернуло жизнь всего мира, на самом деле, да, 100 лет назад, Октябрьская революция. Вот, и «Золотой слон» тоже говорит очень, как сказать, вот слово «доступный» по отношению к театру всегда кажется немножечко примитивным, да, не хочется его употреблять. Но, с другой стороны, Станиславский не стеснялся говорить «общедоступный театр», да, поэтому давайте и мы стесняться не будем. И поэтому, с одной стороны, тут такая достаточно доступная, казалось бы, форма, но поднимает достаточно серьезные проблемы и разговоры. Вот это тот самый смех сквозь слезы, которым цена на самом деле вообще русская литература и русская культура, потому что ведь этот смех сквозь слезы или сострадание через какие-то жестокие вещи, это вообще одна из отличительных черт русской литературы и русской культуры. И то, чем мы можем гордиться, и то, что, может быть, и есть та самая загадочная русская душа, да, о которой все так говорят много. Вот. И мне кажется, что вот в этом спектакле тоже очень много вот именно вот того самого смеха сквозь слезы, о котором мы с вами сейчас говорим. И еще один последний спектакль, последний, я имею в виду, в афише, это «Брак по-итальянски», это тоже одна из последних наших премьер. И тут опять надо сказать, прежде всего, об отсутствии чистоты жанра, то есть о смешении жанров в одном спектакле. Потому что это достаточно известная пьеса Филомена Мартурана, итальянского драматурга, она была не однажды экранизирована, и все прекрасно, наверное, помнят фильм прекрасный с Софи Лорен и с Марчелло Мастрояни. И, с одной стороны, тоже это кажется достаточно такой колоритной итальянской комедией. С другой стороны, тут такой мощный элемент мелодрамы и философского такого размышления, да, о том, что же такое счастье и где его искать, опять же, да. Вот я сейчас говорю, я так понимаю, что я про каждый свой спектакль говорю, что про каждый наш спектакль говорю о том, что это спектакль о поиске счастья. О поиске счастья. А с другой стороны, может быть, мы все, на самом деле, этим и занимаемся всю свою жизнь, тем, что ищем счастье и поиск, и путь к нему. И поэтому мне кажется, что
театр, живой театр, он как раз говорит о том, что людям что важно интересно, для нас. Что важно, да. Диляра, вот вы сказали, что ваши гастроли — это такая полномасштабная версия с декорациями, 5 тралов декораций, 8 человек коллектива, даже небольшой оркестр ваш едет с вами, да? Да, да, безусловно. Ну, потому что одна из отличительных черт театра — это музыка. Вы говорили, это прям значимый такой столб спектаклей. И, как я понимаю, в Казани у вас полноценный оркестр. Нет, вы не очень правильно меня поняли. Вообще, я считаю, что вот театр наш, который является, безусловно, авторским театром, да, который имеет абсолютно свой стиль, свой режиссерский стиль, свою манеру, скажем так, если говорить таким чуть-чуть устаревшим языком, да, свою эстетическую платформу очень мощную. Есть несколько, так сказать, китов, на котором это держится. Держится успех творческий нашего театра, его высокий постоянный уровень. Это, во-первых, серьезная и сильная драматургия в основе репертуара. Потому что даже те 7 названий, которые я вам назвала из 25, это каждое имя. Это каждый раз это имя. Прежде всего, имя драматурга. Это очень мощная, хорошо написанная литература. Второй это элемент, это изобразительная структура. Да? То есть то, про что мы тоже говорили. Очень высокий уровень сценографии. Потому что театр все равно воспринимается визуально. Понимаете? И визуально в том числе, и в очень большой степени. И поэтому вот это соединение идеи режиссера с ее воплощением метафорически сценографическим очень важно, если оно имеет, ну, попадает в точку. И в данном случае это так и есть. Очень высокая культура сценографии есть. Следующий кит, скажем так, это актерский ансамбль. Да? То есть это очень мощная проработка всех актерских работ, их соединение одного с другого. И третье, и следующий кит, их должно быть 3, но у нас их гораздо больше. Вот. И следующий, это использование самых различных средств театральной выразительности. Да? С учетом того, что мы все-таки существуем вот здесь и сейчас. У нас нет возможности людям оценить нас потом. Люди, которые приходят в зал, люди 21 века, должны прийти, принять то, что мы делаем, понять это. Мы должны говорить с ними на их уровне, да, то есть не на уровне там 16-18 века. Мы должны говорить на современном достаточно театральном языке, и мы это делаем. И режиссерский почерк Александра Славутского как раз подразумевает вот это вбирание самых различных средств выразительности театральной. Это и спецэффекты, это вот и опять же использование сценографии как тоже такого очень трансформируемого пространства, да, беспрерывно меняющегося. Это и музыка в том числе. Да? Он сам всегда шутит, что он сам человек без слуха никогда не поет, и у него нет, но тем не менее музыку в спектаклях он очень любит. И он всегда говорит, что я не могу начать репетировать спектакль, пока я не увижу, как это будет, сценографию, пока не найдут сценографический образ, и пока я не услышу музыку, которая будет лейтмотивом этого спектакля. И поэтому музыки в самом деле достаточно много. Но оркестр у нас на самом деле небольшой, это такая инструментальная группа, это 8 человек, они и на стационаре 8 человек, и здесь 8 человек, и они все, естественно, приедут на всех музыкальных спектаклях, все будет как у нас дома, то есть все будет вживую, по-настоящему. Я когда смотрела фотографии с ваших спектаклей, они действительно поражают своей яркостью, своими костюмами, образами, как раз декорациями. И вот что везете-то вы к нам? Мы что в этих 5 тралах? В этих 5-20-тонных тралах мы везем все. Все, душу, что нужно для того, чтобы провести эти 7 спектаклей не хуже, чем мы делаем это у себя дома. То есть это полностью едут все, естественно, декорации, полностью едет весь реквизит, полностью едут все костюмы. Это, в общем, едет все, едет техника, что-то мы там из техники подвозим свое, потому что у нас театр ведь открылся 2 года назад после очень мощной большой реконструкции, которой тоже, кстати, вложено немало денег. Республики Татарстан, 1 100 000 000 вложено на реконструкцию нашего театра. Основная сцена наша полностью отреконструирована, в том числе не только, естественно, это сделано с точки зрения архитектурной, там и строительной, но и с точки зрения оснащения сцены. И есть какие-то вещи, которые у нас есть, а где-то их уже нет. Вы сейчас говорите про что? Про свет, звук? Я говорю про свет, про звук, то есть какие-то вещи мы везем, довозим. И то есть вы же спросили, что в этих 20-тонных тралах? Да, вот я вам сейчас отчитываюсь. Ну вот сразу же я вспоминаю ситуацию, когда Пермский театр приезжал с гастролями, и первый раз они не могли поставить «Алые паруса» из-за технической неоснащенности Кировского драмтеатра. Во второй свой приезд они уже что-то придумали. В этом плане, с точки зрения техники, технический Кировский драматический театр подходит вам? Если бы Кировский драматический театр не подходил, мы бы не приехали. Дело в том, что когда мы первый раз приезжали, мы как
как раз приезжали на разведку, скажем так. Ну, во-первых, первое, что подкупило, это руководство театра и его отношение к нам, да, потому что они нас так гостеприимно приняли, они с такой радостью, во-первых, это была их идея, скажем так, да, прямо скажем, что это они нас пригласили, потому что мы как-то не думали о Кирове, если честно. Они нас пригласили, мы приехали, мы увидели, с какой любовью люди относятся к своему делу, с каким гостеприимством они нас принимают, как они готовы нам помогать. Сегодня вот Константин Солдатов на нашей встрече с журналистами сказал о том, что для него очень важно, чтобы мы приехали не только с точки зрения, чтобы зрители увидели, но и с точки зрения, чтобы увидела и театральная общественность. Он считает, что это важно, чтобы люди, чтобы мы друг друга знали, проникали друг в друга, знали творчество. Вот. И поэтому такая позиция заслуживает большого уважения и большого желания не подвести, скажем так. Но я уверена, что мы не подведем, потому что мы еще никогда никого не подводили со своими спектаклями. Вот. И поэтому вот это имеет, на самом деле, вот этот человеческий фактор. Видно, во-первых, что это люди профессиональные, люди, относящиеся с большой любовью и самоотдачей к своему делу. И когда видишь такое отношение, ты понимаешь, что это люди с тобой одной веры театральной. И тут просто нельзя не приехать, нельзя не откликнуться, нельзя не желать продолжения отношений, скажем так. И поэтому в данном случае это один из факторов был. И, естественно, мы смотрели техническую площадку. Естественно, понятно, что она немножечко не такая, как у нас, да, в том числе и техническое оснащение, потому что техническое оснащение — это прежде всего деньги. Деньги, которые вложены вот в данном случае в нашу реконструкцию были. Вот. Но выбор репертуара в том числе и ориентировался на то, что мы можем это здесь сыграть. Технически. Вот, то есть есть какие-то спектакли, которые, может быть, тоже можно было привести, но они технически не смогут, потому что, например, нужен люк-подъем там, или еще что-то, какие-то технические приспособления, которые пока в Кировском театре нет. Но это не их вина. На этом нам нужно прерваться, да, ненадолго. Саш, я сняла у тебя с языка. Говорим мы о гастролях Казанского академического русского большого драматического театра имени Качалова, которые пройдут в Кирове с 13 по 26 июня. На небольшую рекламную паузу мы уходим и очень скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Мы возвращаемся в эфир. Это «Дневной разворот». Александр Асохин, Юлия Афанасьева. И говорим мы сегодня о гастролях Казанского театра имени Качалова. Они пройдут в Кирове с 13 по 26 июня. 7 замечательных спектаклей к нам везут коллеги. Едут к нам 5 тралов с декорациями. Едет 80 человек коллектива, свой маленький оркестр. И в гостях у нас сегодня Диляра Хусаинова, помощник художественного руководителя Казанского академического русского большого драматического театра имени Качалова. И, наверное, в заключительной части программы нашей хотелось поговорить в общем и целом об вот этой гастрольной истории вашего театра. Вы очень много гастролируете по российским городам, по зарубежным городам. Расскажите, пожалуйста, где вы были, что вы показывали, как вас принимал заграничный зритель, понятно ли ему все, что вы показываете, все, что вы везете? Вы знаете, гастролируем мы, на самом деле, очень много, мы гастролируем очень много по России. Я сейчас понятие гастроли включаю в том числе и поездки на фестиваль. Да? То есть, хотя, как я уже сказала, мы каждый год едем в какой-то город на очень-очень большие гастроли. Вот. И участвуем, естественно, и в российских фестивалях, и зарубеж нас тоже приглашают. Вот есть такой замечательный фестиваль в Марселе во Франции, проводит его театр Турский, называется «Фестиваль русского искусства». То есть там в течение там, 2 или 3 месяцев проходит несколько таких программ. Проходит программа российского кино, программа российской музыки, программа российского театра. И приглашают они каждый раз разных, но вот как-то так получилось, что мы им очень полюбились, и мы, на самом деле, там все очень хорошо проходим, и мы там были, вот они нас сейчас в 10-й раз туда зовут, 9 раз мы там уже были. И, кстати, практически все спектакли, которые мы привозим в Киров, это участники этого фестиваля. «Скрипач на крыше», и «Пиковая дама», и «Трехгрошовая опера», «Роковые яйца», и последний вот «Золотой слон» был там год назад. Вот. Это что касается Франции. Мы были в Чехии, в Брно, замечательный совершенно город, как и вся страна, там театр, там несколько театров в городе, хотя город не очень большой, и это проводил этот театр, проводит каждый год фестиваль комедии. И мы туда возили «Квадратуру круга». Удивительная пьеса, написанная Катаевым, написанная в 1932 году, если не ошибаюсь. И, казалось бы, основанная абсолютно на каких-то российских, советских реалиях. Да, такая водевиль, такой небольшой о любви. Вот, прошел замечательно, блестяще. Был сыгран, там, может быть, общее социалистическое прошлое сказалось, не знаю. Но я думаю, что просто спектакль хороший, на самом деле. Вот. Были мы в Финляндии. Тоже там играли «Пиковую даму». Вот она у нас была и там, и там. Это было в центре города, такое прекрасное совершенно здание Александровского театра, и тоже был полный зал, и при нем русское искусство вообще любят. Мы были
на Украине. Это было, вот знаете, совсем незадолго до событий, которые там начались. У нас получился такой тур по Украине. И мы сейчас счастливы просто, что мы успели там побывать, потому что понятно, что сейчас уже неизвестно, когда и вообще получится ли. Мы были сразу на двух фестивалях. Один гастрольный спектакль сыграли. Мы были на фестивале в городе Черкассы, мы были в фестивале в городе Херсоне. И потом мы вернулись в Киев, играли в Главном театре Киевском, Национальном театре имени Ивана Франко. Тогда еще был жив его художественный руководитель Богдан Ступка, известный артист. Он нас принимал там. Потрясающий город совершенно. Мы там город с удивительными совершенно улицами, с удивительными домами, с удивительной архитектурой. Город потрясающий культуры, интересы к культуре, к русской культуре, потому что, ну, мы приехали, мы хороший театр, замечательный театр, но в этом городе мы были впервые, скажем так. В зале был переаншлаг, то есть люди просто, вот что называется, двери взламывали, хотели пробраться. Так как нас принимали, было такое ощущение, что просто вот это, как сказать, бенефис нашего театра сегодня, потому что так долго не отпускали, я не помню, где последний раз такое было. И мы тогда даже говорили с руководством театра о том, что, может быть, стоит повторить этот приезд, но, к сожалению, вот уже так судьба сложилась, что уже, наверное, этого не случится. Вот. Это был вот Киев, Украина, там, конечно, никакого перевода уже не нужно было, а были мы в Турции. Вот такой у нас разброс, да. А в Турции мы были в городе Анкаре, в столице. Там замечательная такая театральная площадка. Есть очень современно оснащенная. Мы там играли тоже «Пиковую даму» один раз. А один раз мы возили, там был фестиваль детский спектакль «Лизей», был «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». А, кстати, почему вот вы не привезли детские спектакли? Мы думали об этом, но дело в том, что мы ограничены в данном случае вот каким-то определенным количеством времени. И детский спектакль, он же тоже требует репетиции на гастрольной площадке, потому что любой спектакль так или на новой площадке, естественно, он требует репетиции. И когда в один день получается два спектакля, достаточно сложно его сделать. Но мы могли и привезти. На самом деле никакой серьезной причины, почему мы не привезли, нет. Вот в Ростов-на-Дону мы, например, возили детский спектакль. Значит, надо будет еще раз приехать и привезти детский спектакль. А вот, знаете, смотря на перечень спектаклей, которые вы к нам везете, ну, мы видим, наверное, все-таки в большей части такую классику, да? Современных форм. Современных форм или современной литературы? Современной литературы и современные формы. Наверное, я имею в виду два в одном. Давайте так, сначала давайте определимся с понятиями. Все-таки, давайте. Да? Потому что вы подразумеваете под современной формой в театре? Ну вот современная литература, да, то, что вы говорили, «Золотой слон», Александр Капков. «Золотой слон» — это, конечно, не современная литература. 28-й год. Это уже, я думаю, что почти 100 лет прошло. Это вряд ли можно назвать. Ну, вы просто сейчас смотрите на гастрольную афишу. На самом деле она гораздо больше и шире. У нас 25 названий. И из современной литературы у нас сейчас идет замечательный спектакль «Теорема Печенкина или последний коммунист». Он идет на малой сцене. Дело в том, что у нас в театре две сцены. Они практически автономные, они могут существовать параллельно. И малая сцена — это такой даже такой небольшой автономный театрик. Ну, подобная ситуация у нас, кстати, в драмтеатре также. Да, то есть вот малая сцена, она функционирует очень достаточно активно у нас. Просто мы не всегда расходимся по артистам, мы иногда не можем в один день играть два одновременно спектакля. Вот. И там на малой сцене идет этот спектакль, он поставлен по повести Валерия Золотухи, замечательного российского писателя, сценариста, который не так давно ушел из жизни. Последний роман его был «Свеча», и вот как-то так трагически сложилось, что вот он стал именно с таким названием, роман стал последним. Он дал нам свое благословение на эту постановку. Он был на премьере, назвал себя самым счастливым человеком, потому что он очень хотел работать с театром, на самом деле, и начал думать о том, чтобы написать именно такую пьесу. Это история о сломе эпох, на самом деле. Это история, которая происходит в 90-х годах. История сына, приехавшего из Швейцарии, сына олигарха, который проникся там коммунистическими идеями, для которого теперь отец стал классовым врагом. Все это происходит на фоне социальных преобразований в стране, которые тогда, когда такой дикий капитализм наступил. Очень интересная история, с большим успехом тоже идущая на нашей малой сцене. Но это малая сцена. А для малой сцены не везете, да, спектакль? Нет, конечно, потому что это, во-первых, мы тогда должны на большой в этот день не играть. Ну, то есть мы не можем играть одновременно на большой и на малой сцене. И в данном случае для знакомства с городом мы выбрали репертуар, естественно, большой сцены для того, чтобы заявить о себе, для того, чтобы наиболее такие показательные для нас спектакли представить именно в этот свой приезд. Вот. У нас идут спектакли. Просто вы заговорили о современных формах. Я не очень понимаю, что вы именно подразумеваете. Для меня, если театр в данный момент, если про театр в данный момент можно сказать, что он живой театр, если он находит отклик у современного зрителя, если он интересен сценографически, интересен с точки зрения режиссуры, то это уже современный
современный театр, который вбирает в себя самые различные формы. Да? Если вы подразумеваете, например, форму там, театра документального, да, или форму театра там, камерного, да, во-первых, эти формы не сегодня возникли, скажем так, да, и они есть в современном театре, и есть, например, и в нашем театре, скажем так, да, то есть такие вот формы, форматы, скажем так, даже не формы, а форматы спектакля, да, вот, есть режиссеры, которые с этим работают и только с этим, скажем так, есть режиссеры, которые работают и в таком, и с такими формами, и с другими формами. На самом деле театр может быть поставлен, даже спектакль может быть поставлен по очень классическим традициям, если вы, да, и в то же время он может бить наотмашь так современного зрителя, да, что ни о каких других формах вы даже для него и мечтать не будете. Да. На самом деле важно соединение что и как. Потому что если или что, или как, то это уже, в принципе, не спектакль. Спектакль должен в себе соединять на достаточно высоком уровне что и как. И достаточно современным быть и в том, и в другом. Правильно? Вот. Ну, я так думаю, что это правильно на самом деле. Вот. И если говорить про наш театр, в данном случае мы говорим уже не о гастрольной афише, а о репертуаре нашего театра вообще, то он как раз, на мой взгляд, достаточно разнообразен, потому что малая сцена дает нам возможности для каких-то, ну, условно говоря, экспериментов. То есть у нас идет замечательный документальный спектакль «Незабываемая. Женские голоса войны», который собран нами из устных воспоминаний женщин, прошедших войну, женщин не только воевавших, да, хотя им, конечно, большее место уделено, но и женщин, переживших детство военное, и женщин, переживших оккупацию, скажем так, да, женщин, потерявших мужей. И современный это спектакль, да, современный. Из чего он собран? Он собран из того, что мы называем документальным театром, да. Но мне кажется, что какая разница, как это мы назовем с вами, да, если это на данный момент живо, если это больно, болюче, да, скажем так, то это и есть современный театр, на мой взгляд, да. А что еще? Если вы имеете в виду под современным театром только современную литературу, то я думаю, что вы сами понимаете, что это не так. Ну, на самом деле, я имею в виду и то, и другое. Ну, вот я могу для примера привести, может быть, вы слышали, Константин Солдатов как раз-таки ставил «Джульетта выжила» в прошлом году, был спектакль, где потом шло обсуждение, и ряд пожилых людей, например, им он не понравился за счет определенной выхода за рамки классического театра, как они это называли, и где-то там пару раз звучало и бранные слова, в том числе. Там была трансляция там, некого скайп-диалога, постоянно на этом все строилось. Но какие-то формы, которые люди ходили несколько лет в драмтеатр, и здесь они приходят, и они не видят привычную программу, привычные какие-то методы, инструменты, ну, и формы. Давайте скажем так, что в театре может быть все, если это сделано убедительно, если это органично в данном случае. Да? То есть я как раз не сторонница запрета там, нецензурной лексики полного, да, или каких-то там табу в плане, там, я не знаю, раздевания. Там. Ну, я говорю самые такие примитивные вещи. Да? Другое дело, нужно ли это в данном случае. Если это нужно, если это убедительно, если это органично вписывается в ткань спектакля, если это работает на идею, то это можно и должно быть, да, и это не может. Другое дело, если это делается как прием ради приема. Я в данном случае не могу сказать, потому что я не видела спектакля, в том, что кто-то сказал, что где-то кому-то что-то не нравится, понимаете, ведь восприятие искусства — это вещь очень субъективная на самом деле. Какими критериями можно руководствоваться для этого, да? Если что значит успешный театр, скажем так? Ну вот у нас 95% заполняемости, да, у нас самая высокая актерская зарплата, но при этом очень важно высокий творческий составляющей. Вот это успешный театр. И я думаю, что на этом нам придется сегодня закончить, хотя очень интересно. Это была Диляра Хусаинова, помощник художественного руководителя Казанского академического русского большого драматического театра имени Качалова. Этот театр приедет на гастроли в Киров с 13 по 26 июня. 7 спектаклей, каждый из них будет сыгран 2 раза. Открываются 13 числа, «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Спасибо вам большое. Спасибо. Добро пожаловать. На этом дневной разворот заканчивается. Юлия Афанасьева. Александра Асохин. Всего доброго, до свидания.